Всем привет! Сегодня мы приготовим блюдо китайской кухни лянбань тин цай гэн. Это простой и очень вкусный свекольный салат. В начале видео хочу сделать небольшое объявление. Всех любителей китайской кухни и не только приглашаем на наш кулинарный канал, посвященный китайской кухне. Канал так и называется «Китайская кухня с Оксаной Валерьевной». Ссылочку на канал я оставлю внизу в описании под видео, и также перейти на канал можно, кликнув на значок в конце видео. Блюда китайской кухни, рецепты будут продолжать публиковаться на канале Оксана Валерьевна, но их будет значительно меньше. Итак, приступим к приготовлению сегодняшнего блюда. Для приготовления салата нам понадобится сырая свекла, лук, чеснок, кинза, баночка синласу, это китайская закуска из арахиса, кунжута и обжаренного в кляре красного острого перца. Также нам понадобится соль, сахар, корейский перец качукару, это острый перец средней жгучести, гранулированный куриный бульон дидин, черный салатный рисовый уксус, вместо него можно использовать обычный столовый уксус 6-9%. Соевый соус, устричный соус, немного кунжутного масла и немного растительного масла. Такой салат приготовить очень легко. Для начала свеклу нарезаем тонкой соломкой любым удобным для вас способом. Свеклу перекладываем в глубокую посуду, слегка ее присаливаем и теперь хорошенечко ее помнем для того, чтобы свекла обмякла. Свеклу пока отставим в сторону и займемся подготовкой других продуктов. Миленько нарезаем чеснок. Кинзу нарезаем небольшими полосочками. Лук режем тоненькими скибочками. Теперь заправляем салат. Добавляем в него столовую ложку сахара, столовую ложку рисового уксуса, две столовых ложки соевого соуса, столовую ложку устричного соуса, чайную ложечку куриного бульона. Если у вас куриного бульона нет, добавлять его не обязательно, просто посолите салат по вкусу. Теперь выкладываем на свеклу лук. Сверху на лук выкладываем чеснок. Насыпаем 1-2 чайных ложечки перца качукару. И теперь нам нужно в сковороде разогреть немного растительного масла. На сильном огне хорошенечко раскаляем пару столовых ложек растительного масла. Когда от масла пойдет дымок, выключаем огонь и раскаленным маслом заливаем салат. Хорошенечко все перемешиваем.
и убираем салат в холодильник примерно на полчаса, для того, чтобы он охладился и соединились все вкусы. Когда салат остынет, добавляем в него несколько капель кунжутного масла. Не добавляйте кунжутного масла слишком много, так как это может испортить вкус готового салата. В салат добавляем кинзу и закуску из орешек, перца и кунжута. Если у вас нет возможности приобрести такую закуску, не расстраивайтесь, салат можно приготовить без нее. Достаточно добавить в салат обжаренные в масле арахис и кунжут. Хорошенечко все перемешиваем. Салат готов, можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится салат из свеклы, приготовленный по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!